Всем привет, зрители моего канала, подписчики. Сегодня у нас с вами распаковка с AliExpress. Ко мне доехали некоторые посылочки. Сейчас посмотрим с вами их. Пока мест их две. Ну, посмотрим, может, что-то потом добавлю. Какие-то будут посылки. С кусочков, как всегда, буду делать, поскольку пока дойдут посылки. Так, открываю вот эту вот посылочку. Хорошо так упаковано, все целое. Сейчас открою за кадром и вернусь к вам. Еле распечатала, девчонки. Хорошо, продавец все запечатал. Идет, извиняюсь, за кадром на улице муравьи у меня на даче здесь. Варенье абрикосовое закрываю, они тут понабегали. Вот такая вот фирма. Это, ребятки, заказала очки от солнца. Такого бренда. Так, в коробочке. Zip-пакет идет. Так, в наборе идет для них чехол с их логотипчиком. То есть можете куда-то положить. И так, чехольчик. Так, инструкция, так скажем. Да. А, это их магазин. Так, они все попереводить надо. Тут нам все хорошее желают. За покупку спасибо. И все остальное. Хорошего дня, как говорится. Тряпочка в наборе. Хорошо протирать их специально для очков. Приятно, ребят, тоже. Все брендированное с их логотипчиком. Ага, вот это вот идет проверить, полароид или нет очки. Здесь вы их одеваете, и здесь должна быть картинка. Так, положили. Вот такая карточка хорошая, знаете. Сами очки. Тяжело, конечно, подобрать очки. Я вам хочу сказать, с AliExpress у меня одни уже есть. По-моему, одни, да, я заказывала. Ну, по отзывам, ребят, смотрела, девчонок. Не прошел мимо меня тренд этого года. Леопард. И решила заказать, ребят. Такое настроение было шикарное. Вот такое вот. Такие очки. Такая оправа, видите, леопардовая. На камере они у вас светлее, я смотрю, оправа. Нет, они намного темнее, девчонки. Пластиковая. Ушки. Хорошо. Одно только ушко замотали, второе нет. Ничего. Здесь есть где-то их? Нет. Бренда нету, да, у них здесь. Написано, что Polaroid вот здесь. На ушках. Видите, вот. Но надпись. Легкие довольно-таки. Вообще легкие-легкие. Да. Сейчас я их примерю и, возможно, вам ставлю фотки и посмотрим. Ага, здесь их не на картинке логотип, ребят. Здесь так ничего не видно, а ничего тут, никакая не машинка, ничего. Проверка, это их логотипчик, название. Легкие довольно такие. Девчонки, все примерила, довольная. Вы знаете, вообще классные, понравились мне. Я вам, может, ставлю сейчас или фото, или не знаю, посмотрю. Такие, довольные полностью этими очками, ребят. Пластиковые, легкие. Вообще шикарная покупка, ребят. Хорошо, что еще положил продавец. Вы видите, все в наборе. Подпишу, конечно же, цену, как всегда оставлю. Следующая покупочка. Это у нас одежда. Тоже, возможно, все примерю. Как раз с вами покажу. У меня все-таки такой канал и влоговый. Примерю, все на себе покажу. И очки, и вот это предмет одежды. Сейчас посмотрите. Так, пришло все нормально, все целое, смотрите. Запечатанное. Эти мурашки, это просто. В zip-пакете. Ребят, это... Цену, как всегда, оставлю. Костюм. Костюм, заявлен костюм для йоги. Вообще. Ну, я так его заказала, знаете, везде так, и на природу поехать. Идет вот такой вот, как топик. Видите, он, маечка. То есть она укороченная. Она не такая, что сильно у вас будет большая. Так, состав. Полиамид, вот, размер М. Эластан 8% полиамид. Размер соответствует, я такой же и заказывала. Здесь, получается, вставляются такие вот чашечки сюда, в лиф, в этот топ. Они вынимаются.
Ткань приятная, девчонки. Плотная такая довольно-таки. Плотная ткань. В черном цвете, как вы видите. То есть идет такой топ. И шортики такие вот. Тоже. Все стретчевое. Растягивается хорошо. Здесь утолщенная резинка идет. Тоже все соответствует. Все нормально. Посмотрю. Ставлю вам. Ну, ткань приятная, ребят. Такая. Для спорта вообще комплект. Для йоги указано. Такие вот сегодня покупочки. Не знаю, примерю, покажу все на себе. Ребятки, вот так выглядит костюм. В целом неплохо. Вот тут немножко топырщица. А так и здесь чуть-чуть брак шов. Немножко, так знаете, они подшили неправильно. А так в целом довольно. Он такой плотноватый. Плотный такой, классный. Для спорта, для йоги то, что надо. Очки, как видите, тоже вот так выглядят. Классные вообще на солнце. Полароид. Отличные. Не спадают. Мега легкие. Меня все устраивает. И костюмчик. Вот такой вот, ребят. Там были разные цвета. Все подошло. Чашечки вот эти вынимаются, вам показывала. Классный цвет. Повседневный, так скажем. Все. Вот такая вот распаковка. Такие товары. Еще доехали ко мне две посылочки, девчонки и мальчишки. Одна маленькая, другая большая. И давайте все вам добавлю к этому видео. Здесь у нас самый нужный такой товар, можно сказать, девочкам. Я уже заказывала, но только у другого продавца, ребят. Неплохое качество такое, на лето подойдет. Постоянно много не бывает, как говорится. Это носочки. Носочки идет у продавца 10 пар. Очень по выгодной цене. Вообще прекрасная находка. В зип-пакете. Прекрасный товар, ребят. У нас на порядок выше такой товар стоит. Разные цвета идут, вы видите. Вот это вот тянутся, то есть они такие укороченные будут носочки. Резинка вообще классная, не давит. Ну вообще, ведь одинаковые положили. Ну ничего страшного, это такое всегда необходимое. Тут такой, видите, мишка. Там разные были. Можно было выбрать у продавца. Мякусенькие, прекрасные, девчонки. Просто отличный товар. Присмотритесь, заказывайте. Хорошо носятся. Вот такие вот. На лето нормально. Подойдут. Носков много не бывает, как говорится. Вот такой товарчик. Нужный. Дошли довольно быстро, ребят. Это радует. Сейчас их уберу. Приступаем к самой большой посылке. Этот товар я ни разу не заказывала на Алиэкспресс еще. Но все-таки решилась заказать. И посмотрим сейчас, какое качество. Сейчас распакую за кадром и будем просматривать с вами. Это рюкзак заказала на Алиэкспресс. Тоже такая необходимая покупка, так скажем. Так, аккуратно. Так, достаем. Тоже быстро пришел. В черном цвете заказали. Вот такой рюкзачок. Много карманчиков. Вот такой бренд. Возможно, кто-то заказывал. Плохо видно, да, вам? Ну вот, на лейбе. Видите? Вот такой вот. Кармашиков здесь очень много. Ткань приятная, ребят. Такая жесткая. Такой, скажем, повседневный. Отделение. Смотрите, какие ручки. Спинка специально сделана. Кармашек. Плотный кармашек вот этот. На замочке. Вот эта резинка есть. Так, прошитый. Неплохо довольно ручка. Смотрите, швы какие. Прекрасно выполнены. Везде брендированные на замочках. Ихний логотипчик. Карманчиков очень много. И здесь маленький. На замочке. Подкладка не шуршит. Хорошая. Смотрите, тут таким голубеньким цветом.
И ключи можно пристегивать. Видите, брелочек такой. Подкладка такая, слышите, не шуршащая, то есть такая плотненькая, карманчики. Везде их не бренд на подкладке, видите, серым цветом. Вот логотипчик. Хорошая ткань такая, приятная. Так, тут этот, два отдела идет в рюкзаке. Довольно вместительный. Тоже голубеньким цветом. Подкладка очень приятная. Вместительный. Девчонки, вообще, это просто очень такой огромный, так скажем. Но нам такой и надо. Три основных отдела. Это очень вместительный, я считаю. Присутствует запах, так знаете, не сильно. Представьте, два отделения больших и один маленький. Тут тоже дно. Смотрите, какое. Специально для ноутбука. Здесь такое покрытие синеньким. То есть здесь такие, знаете, как пупырки, чтобы ничего не побить, ничего. Отделение вот специально для ноутбука есть. Все на липучке. Вот этот карманчик, еще один. Ну, добротный вообще такой рюкзачок. Вообще классный, вместительный. Обалденный. Сам по себе легкий. Выполнен, ну, просто прекрасно. Ну, классно, ребят. Выполнен вообще превосходно. Подкладка, смотрите, какая качественная вообще. Брелочек для ключей. Я довольная. Классный вообще рюкзачок. Хорошая фирма. Обалденная. Естественно, боковые карманчики. Вот эти вот. Хорошая покупочка. Легкий сам по себе. Просто превосходно. Для спины вот эти подкладочки есть. Мягкий. Хорошего качества. Очень довольна, ребят. Очень. Вот еще есть такая петелечка. Не знаю, зачем она. И тут. Вот. Ну, превосходный, девчонки. Просто вообще сказка. Рюкзак обалденного качества. У этой фирмы тоже зайдите, посмотрите. Возможно, кому-то необходимо. Прекрасный бренд. Вот, повторюсь, на замочках, видите, везде он. Хорошего качества рюкзачок. Вот этот бренд. Вообще превосходный. Прошитый везде. Ну, вообще выполнен вообще качественно. Все, цену подпишу. Заходите, смотрите у продавца. Просто превосходный, девчонки. Довольна. Рюкзачком довольна на все 1000%.